Так, так. Сперва надо как-то туда попасть. Свет горит. Лев, ты еще тут? Да. Thank you.
Так, давай на лестницу. Готов? Сидите. Снимки Ли. Он нас выслеживал. Зона 2. Это Брикс из отряда Эхо. Говорит зона 2. Эхо, кто там у вас? Айзек убит, здесь настоящая резня. Эхо, повторите. Айзек убит, мать вашу. Кто-нибудь выбрался с острова? Пока на связи только вы, Эхо. Другие отряды молчат. Чёрт побери, а где долбанное подкрепление? Где вы находитесь? Что еще с вами? Ублюдки, там... Эхо, вас плохо слышно. Где вы находитесь? Лежите под крышей. Убиваю! Эхо, прием! Брик! Все. Боже. Осторожно, будь рядом. Ну, где ты? Джесси. Как буду я золото не отличу. А что ты на это скажешь, балбес? Ей понравится. Руки вверх. Отойди оттуда. Я сказала, отойди! Ты совершаешь ошибку. Не оборачивайся. Лев, следи за ним. Лечь на землю. В глаза мне боишься посмотреть? Сборище мразей! Джесси, встать! Подними руки, или я этого пристрелю! Нет, не надо, Элли! Беги отсюда! Вставай! Живо! Да, мать, не вздумай! Заткнись нахрен! Ладно! Нет! Нет!
оружие! Бросай оружие! Нет, нет! Я знаю, почему вы убили Джоэла. Он просто спасал меня. Это из-за меня нет лекарства, вам нужна только я. Отпусти его. Мои друзья мертвы. Мы сохранили вам жизнь. А вы что сделали? Стой! Отпусти ее! Зомби! Быстрее! Будь здесь. Не дай ей покинуть здание. Куда ты бежишь? Черт!
Иди сюда. Ты чего? Все хорошо. Тише, тише. Не плачь. Это кто у нас такой красивый? Они тебе нравятся, малыш? Прически у них безумные. Дина! Я на кухне. Поздоровайся с тетей Тальей. Привет, тетя Талья.
Да. Что, не смешно? Здорово, проказники. Привет. Спасибо, что вымыла посуду. С тебя за это причитается музыка. Я что-нибудь найду. Поставим музычку. А, любишь буги-вуги? Ну, давай. О, зашибись! Обожаю эту песню. Твоя мама не слишком разборчива. Конечно, я же выбрала тебя. Хочешь потанцевать? А ты умеешь? А то. О, смотри, как мама может. Ух ты. О, привет. На меня подействовала. Чудная ты. Я в курсе. Ладно. Все, ты меня отвлекаешь. Я знаю. Все, все, хорош. Иди. Ладно. Ой, я оставила Оли снаружи. Можешь сходить за ним? Да, конечно. Подышим свежим воздухом. Давай и тебя впишем. Ну вот, как положено. Привет, Олли. Как ты тут очутился? Так, ну-ка. Вот, садись. Красиво, да?
Эй, знаешь что? Я тебя научу играть на гитаре. Когда ручки вырастут. И когда ты перестанешь какать в штаны. Не переживай. Мы все так делали. Я тебе такого могу рассказать. Как будешь постарше? Ах, намного старше. Даже не знаю, с чего начать. Картоха, картоха, ты мой милый кроха, тю-тюрюм, тю-тюрюм, картоха, картоха, ты милый мой дружочек. Ладно, Картофан, пойдем проведаем маму. Привет, ребят! Поздоровайся с овечками, Джей-Джей. Приветик! Я пошла развешивать белье. Одна справишься? Ага. Да-да. Принести ему куртку? Нет, не надо. Опять? Можешь сказать стоп. Или не можешь? Ладно, стоп. Я серьезно. Хочешь погладить? Сейчас. Вот, давай. Не-не-не. Нежно, нежно, нежно. Вот так. Правильно. Ага. Элли, что? Давай я его заберу. Загонишь овец в хлев? Да, мы с ним вместе сходим. Да? Ага. А ты пока отдохни. Ладно, держи. Давай. Поудобней. Угу.
Не задерживайтесь, его еще надо искупать. Да я дипломированный пастух. Значит так, овцы, ужин ждет вас в хлеву. Так что идите. Снежок, все в хлев. Ромашка, заходи. Ого, сколько овец. Как думаешь, сколько их здесь? Посчитаем? Одна, две. Ну и хватит, а то я усну. Юджин. Эй, заходим, заходим. Тот, двигай телом. У нас явно овец больше, чем нужно. Слушай, давай парочку слоп. Вкусно же. Тебе не холодно, малыш? Еще несколько. Вот, послушай. Кто самый тихий зверь на ферме? Цыпленок. Подрастешь, поймешь, что такие шутки на вес золота. Молодец, Джей Джей. Мы справились. Ладно, ребята, увидимся завтра. Эй, ты как вылез? Пойдем, озорник. Дыши. Не могу, не могу. Я возьму его, ладно? Давай. Осторожно, иди сюда. Прости. Я не знаю, что. Я просто их... Сразу взбодрились.
Ну что? Привет. А ты тут с кем? Привет. Ты где была? Охотилась. Получилось как-то долго. Кто приехал? Ну, ты заходи. Ай! Ай! А у тебя медвежья хватка. Привет, Томми. А вот и ты. Давай, я возьму его. Иди сюда. Вот тебе. Помочь? Я сам. Здравствуй. Привет. Рада видеть. И я тебя. Такой тяжеленький. Да уж, сплошной комок мускулов. Как город, Мария? Нормально. Мы решили на время расстаться. Сочувствую. Ничего. Мы поговорили об этом. Мы оба этого хотим. Итак, присядь. Кое-что покажу. Я тут пару месяцев наводил справки. Один парень услышал мой рассказ. И тогда он вспомнил, что встретил женщину по пути через Калифорнию. Говорит, сложена как бык. И при ней мальчишка со шрамами на лице. Сказал, они жили в этой области, на берегу в лодке. Вот здесь. Это точно она. Хватит с нас этого. Прости. Не смогу. Знаю. Ну, понятно. Легко, наверное, забыть про нее. Когда вы живете тут припеваючи. Эй! Она заплатит. Томми. Так ты сказала, когда мы вернулись в Джексон. Томми.
Мне вас жалко. Поддержишь его? Да. Так, все, держу. Эй, что это было? Ничего. Томми, чтоб тебя. Ты знаешь, что мы пережили. Не начинай. Она дала слово. Да мне плевать. Я знаю, Дина. В этом твоя проблема. Послушай меня. О, я весь внимание.
какой-то цирк. Не говори. Твой старик мне сегодня устроил. Ну, тему. Патрулировать меня учил. Так делай, так не делай. Он сама забота, когда дело касается тебя. Да. Она любит покрасоваться. Ничего, через 2 недели опять сойдетесь. Да, конечно. Она что-то говорила? Даже через неделю. Элли! Привет! Долго ж ты шла? Ну, пришла же. Дина. Джесси. Пойдем. Вы только недолго, нам рано вставать. Есть, сэр. Злая ты. Да ладно. Не начинай хоть ты. У меня к тебе очень серьезный вопрос. От меня плохо пахнет? Как от навозной кучи. О, ясно. А вот так. Фу. Тебе нравится. Посмотри, на тебя все парни пялятся. А может быть, на тебя? Нет. Может, они ревнуют? Я же девчонка, не конкурент. Элли, ты для них главная угроза. Эй, соблюдайте приличие. Извини. Извини. Не забывайте, здесь дети. А ты как будто пример для подражания. Ты за языком-то последи, поняла, лесбуха? Что ты сейчас сказал? Эй, нет. Шел бы ты отсюда. Руки убери. Эй, хватит. Пойдем-ка прогуляемся. А с ними что? Сами разберутся. Тебе надо проветриться. Ты в порядке? Что ты лезешь? Он не должен был. А ты должен? Не нужна мне твоя помощь, Джоэл. Ладно. Эй. Да. Давно он так крепко не спал, да? Утомился. Да. Ладно. Пойдем спать. Поговорим утром, да? Я должна идти. Ничего, ты, Томми, не должна. Я не сплю. Я не ем. Я не ты, Дина. Что?
Ты думаешь, мне легко? Это все ради него и ради тебя. Люблю тебя. Так докажи. Останься. Прости меня. Так что значит мне просто сидеть тут и ждать тебя? Бог знает, сколько гадать, убили тебя или еще нет. Никто меня не убьет. Да, так же думал Джесси. И Джоэл. Эй, постой. Эй, эй, не надо. Мы же семья. А ведь это должно быть важнее всего. Я больше не стану повторять. Дело твое. Констанс, теперь надо лишь... О, мы здесь на той неделе были. И ради этого ты пожертвовала пистолетом. Это след. Да не верю я, что он видел здесь цикад. Да ладно. Все будет хорошо. Ну, не знаю. Пойдем. Двадцать четыре, десять. Он будет на этой стороне. Там все четные. Двадцать четыре, ноль, девять. Значит, 24-25 это туда? Да.